Уже 3 года подряд тверские пенсионеры открывают в себе изобразительные таланты. Помогает им в этом профессиональный художник, который раз в неделю дает им уроки на бесплатной основе. Наш корреспондент побывал на одном из них. Елена Кухарь всю жизнь проработала в издательстве и с изобразительным искусством никогда связана не была. А когда вышла на пенсию, решила не сидеть на месте и стала творчески развиваться. У людей старшего возраста немножко другое уже отношение. Уже понимаешь, что не так много осталось жизни, и надо успеть попробовать. Вот порисовать, вот полепить из глины. Нам показали, как делать тушью, нам показали, как рисовать углем. Очень хорошо. Теперь она раз в неделю ходит заниматься живописью в группу, которую обучает член Союза художников России Александр Котов. Сам преподаватель до того, как занялся обучением пенсионеров, работал с детьми младшего возраста и подростками. И теперь с уверенностью может сказать, во всех возрастных группах есть свои особенности. Дети, они берут более эмоционально. Цвет, выплеск энергии. В общем, такое качество очень смелое и разнообразное. На мой взгляд, это очень полезно. Но у пенсионеров есть другое качество, преимущество. Это они более даже умеют сосредотачиваться. Не у всех вначале получается, но в дальнейшем они прям такого эффекта достигают, что прям становится очень здорово. Начинающие художники постепенно изучают все аспекты живописи. Сначала рисуют карандашом, потом углем. И с каждым занятием задания становится все сложнее, начиная от обычного шара и заканчивая натюрмортами. При этом обучение не завершается в кабинете. Александр Котов каждому из учеников дает домашние задания, которые, как в настоящей школе, после проверяет. Задания очень красивые. Вот эскиз, а из него нужно сделать мастерскую художника. То есть мало того, что у него есть мольберт, что что-то за окном, что что-то тут на полу. Я, конечно, не тот художник, который... У нас есть очень хорошие рисунки у людей, но у меня где-то такое есть. Вот то, что из него получилось. Я не художник, я только учусь. Вот так вот. Занятия для пенсионеров организовывает Союз специалистов оздоровительных практик Академии здоровья. Когда появилась идея с бесплатными занятиями, необходимо было найти средства на организацию уроков. Тогда Союз принял участие в конкурсе президентских грантов и стал победителем. Мы подготовили заявку и приняли участие во втором конкурсе фонда президентских грантов. Мы закладывали такой смысл, что человек приходит к нам на проект, он сам оздоравливается и дальше уже своим примером, своим позитивом, своим здоровьем окружающим показывает, что можно и так. То есть можно в преклонном возрасте чувствовать себя здоровым. В планах Союза организовать еще 3 такие группы по 12 человек. Те пенсионеры, которые прошли обучение в изо-студии, могут не только рисовать дома, но и продолжать заниматься интересными для себя вещами. В частности, Академия здоровья готова предложить людям старшего возраста бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, гимнастике или о бережливом обращении со здоровьем.